Оставшихся живых находится перед вами заместитель начальника заставы лейтенант Мерзикин. Сражается. Сергей Александрович, приветствую вас на нашей Веденской земле. Начальник заставы ветеранов Веденской, Иван Евгений. Молодец. Денис, пойдем поздороваться. Так, я не знаю, у вас настроение, я смотрю, просто легко. Здравствуйте, ребята. Я как бы не знаю, но я не стою, жду. Приветствую. Что, пойдем поздороваться? Ветераны границы, на висках седина, вам покой только снится, дожила бы страна. Ветераны границы, вы и ныне в строю, и геройство страницы вашу жизнь воспою. Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости нашего сегодняшнего мероприятия, инициаторами которого выступила пограничная застава ветеранов Веденская и пограничников Зауралья. Слово предоставляется Евгению Иванову. Евгений Иванов в течение года проводил уроки мужества с учащимися наших классов. И сегодня мы продолжаем работу вот этим нашим большим торжественным мероприятием. Всем здравствуйте, уважаемые школьники, учителя, коллеги и гости нашего мероприятия. На протяжении учебного года я с вами встречался на уроках мужества и героизма. На этих уроках я рассказывал вам про то, как в далеком Таджикистане, на таджикско-афганской границе, в июле 1993 года российские пограничники вступили в неравную схватку с превосходящими силами моджахедов. В том бою погибли 25 солдат и офицеров. Прошу вас, почтите в память минутой молчания. Сегодня к нам в школу, по моей просьбе и помощи пограничников Зауралья, приехал участник тех боевых действий, наш земляк, уроженец рабочего поселка Варгаши, герой России, сержант Сергей Александрович Ивланов. И пользуясь случаем от заставы ветеранов, пограничных войск Веденская, я хотел бы сегодня вручить благодарственные письма. Благодарственное письмо за инициативу и активное участие в сохранении пограничных традиций, личный вклад в патриотическом воспитании подрастающего поколения и в связи с столетием образования пограничных войск награждается директор Скородумов Баев Александрович. Письмо вручается
заместителю директора по воспитательной работе Рожко Елене Александровне за активное участие и помощь в проведении уроков мужества, различных мероприятий, и в том числе и этого мероприятия. Спасибо. Благодарственное письмо вручается заместителю главы сельсовета Лобановой Светлане Сергеевне. Светлана Сергеевна активно помогает нам во всех мероприятиях и участвует в них всегда безотказно. Спасибо. Благодарственное письмо вручается Пильниковой Марине Анатольевне. Марина Анатольевна готовит для нашей заставы ветерана Ленинская фотостенд, который будет размещен в сельсовете. Спасибо. Я благодарен Сергею Ивану, что он откликнулся на нашу просьбу. Буквально вчера мы 6 школ посетили, одно управление, в Пограничном институте еще были, поэтому у нас вот 3 дня, сегодня у нас Веденская школа, Веденский разъезд, Новосидоровка. Мы посмотрели сюжеты с тех событий 93-го года, нельзя без волнения смотреть, 93-й год, июль месяц, когда 18-летие, 20-летие пацаны, 20-50 человек приняли, значит, поезд, превходящий в силу мажикетов. В голове-то не было, что ли? 270 человек было мажикетов. Погибло 25 пограничников. Я хотел поблагодарить администрацию села Веденского, руководство школы, что вы подготовились к этому мероприятию. Спасибо вам за встречу. Стихотворение «Моя Россия» читает ученица 3 класса Милена Калинина. Лев Протасов, Россия, хоть мала еще, но рассудить я в силе. И никто меня не упрекнет, нет страны прекраснее России. Этот вывод знаю наперед. Вырасту, поезжу я по миру, но я знаю, к берегам родным будет тяга непреодолимой. Хоть откуда, но вернусь я к ним, потому что русская по духу, потому что Русь моя земля, потому что мать моя славянка и меня в России родила, потому что здесь мой дом и школа, дед, отец и все мои друзья. Русская, любимая природа, речь родная, здесь моя семья. Так, ну а сейчас мы переходим к награждению медалями к столетию образования пограничной службы. И эту почетную миссию мы попросим провести вместе со мной Герой России Сергея Александровича Ивланова. Пограничные войска, наша служба нелегка, только служба легкой, братцы, не бывает. Где граница пролегла нашей юности тогда, кто служил в погранвойсках, наверное, знает. За спиною вся страна ощущается сполна, ты в письме когда-то матери напишешь. И любимой вдалеке, мол, граница на замке, и что с каждым днем до дембеля все ближе. А тем временем, пока вся романтика сошла горьким потом и тревожными ночами, день за днем звучал приказ на охрану, как наказ, государственной границы нашей с вами. Как архарам по камням приходилось по пятам нам скользить по диким тропам непролазным. Сколько раз на перехват уходил дозор в закат по взметнувшейся ракете ярко-красной. Пограничные войска, наша служба нелегка, только служба легкой, братцы, не бывает. Где граница пролегла нашей юности тогда, кто служил в погранвойсках, наверное, знает.
За спиною вся страна ощущается сполна. Ты в письме когда-то матери напишешь и любимой вдалеке, мол, граница на замке, и что с каждым днем до дембеля все ближе. Так, ну я хотел бы еще от имени нашей заставы ветеранов вручить эти памятные подарки, посвященные столетию образования пограничной службы, главе сельского совета Кузину Вячеславу Александровичу. Спасибо, конечно. Что бы я хотел сказать? Вот это то, что мероприятие сегодня проводит. Мы со своей стороны все время поддерживали и будем поддерживать такие начинания. Потому что патриотическое воспитание молодежи, я считаю, что это должно быть постоянно. Есть на кого равняться, есть на кого брать пример. Поэтому что бы мы ни делали, чтобы мы... Вся наша конечная цель, наши вот эти встречи, патриотическое воспитание, для этого в первую очередь, правильно он сказал, любовь к своим, любовь к родине, в конце концов, нашей Курганской области, малой родине. Успехов вам всем в этом хорошем и нормальном начинании. А заставу нашу, которая вот сейчас возглавляет вас Евгений, да мы поддержим со своей стороны. Есть планы, как сделать, все делать, что-то как-то. Мы с ним уже обсудили. И мы со своей стороны делаем все, чтобы она была. Андреевичу! Он всегда освещает все наши мероприятия, помогает нам в изготовлении стенда вот сейчас в школе. Спасибо ему огромное. Пограничные войска, наша служба нелегка, только служба легкой, братцы, не бывает. Где граница пролегла нашей юности тогда, кто служил в погранвойсках, наверное, знает. За спиною вся страна ощущается сполна, ты в письме когда-то матери напишешь.